привет, с вами Александр Срыченко. Вы, как всегда, на моем YouTube-канале. И находимся мы в городе Синельниково, это Ставок Красный. И со мной рядом находится Евгений, глава организации, громадской организации... Рыболовный клуб «Шторм». Рыболовный клуб «Шторм». Нас пригласили сюда, чтобы мы посмотрели, чем они здесь занимаются. Мне интересно посмотреть, что себя представляет клуб «Шторм», сколько людей находится, сколько уже лет клубу «Шторм». Сколько лет клубу «Шторм»? Ну, я скажу так, смотрите, официально наш клуб зарегистрирован с ноября прошлого года. Официально. Мы состоим в реестре предприятий юридических лиц. А вообще наш клуб, он как бы ведет деятельность уже больше, чем 3 года. То есть 3 года уже стабильно собираются, Больше, больше 3 лет. Ну, собираемся, да, рыбаки, как говорится, проводим соревнования. На разных... На разных локациях, водоемах, да. Река Днепр, Ставки, в том числе и на нашем водоеме. На Красном тоже. Сегодня что-то у нас будет? Сегодня какие-то соревнования, может, будут? Сегодня не будет у нас соревнований. Сегодня мы просто выбрались отдохнуть. Как бы хотели провести соревнования, но погода у нас, как говорится, нелетная. Хотели побросать спиннинги. Ну, сильный ветер, да. Поэтому, если будет не сильно слышно, микрофон, конечно, мы настроили, но сильный ветер. Вы должны понимать, что мы находимся на водоеме. И когда сильный ветер, плохо может быть слышно. Ничего страшного. Мы пришли посмотреть, чем занимается клуб «Шторм». Сегодня будет уха у нас, да? Уха. Ну, рыбачить мы сегодня не будем, но тем не менее мы проведем для наших участников такие небольшие, скажем, квестик, даже не квестик, а больше викторину. Викторину с призовым фондом. Во. Это будет правильнее. И я рыболовную викторину. Да, скажу, что будет уха. Для меня необычная уха. Я думаю, они пошутили, конечно. Но уха из петуха. Уха из петуха, да. Мы специально заказывали, нам резали петухов. Резали петухов, и там будет рыба, и мясо. Там много рыба. Не, ну мясо мы уберем, нам надо просто наваристый бульон. Я даже никогда не пробовал. Первый раз слышу такое, чтобы на бульоне из петуха варили уху. Мы, конечно же, попробуем, снимем для вас, что, как и кто готовит. И, конечно же, попробуем, скажем, вкусно или не вкусно. Я думаю, будет вкусно. Что за уха без петуха? Спецзаказ петуху, только петуху на одной курочке. Хороший заварочный бульон. Надо бродячих. Еще нет. Не, ну только пакет. Ну ты тут бросил. Петушки наши подварились. Уже хороший бульончик. Бросили туда лучок. Виталик, помешай, пожалуйста. Морковочка. Где морковочка? Где морковка? Нет морковки. Морковка упала на дно, потому что она еще не сварена. Петушки подварились. На этом бульоне будет делаться уха. Да, я правильно понимаю? Да. Сейчас еще варится. Сейчас еще лучок варится. Морковочка варится. Будем добавлять через буквально 15-20 минут. Будем рыбку добавлять. Курочку отдаем собачке. И будет уха на бульоне из петуха. Первый раз такое вижу. Попробую, я думаю, будет вкусно. Мы сегодня пообщаемся с членами клуба «Шторм». Это здравствуйте, Александр. Виктор. Виктор. Постоянно члены клуба «Шторм». И они, конечно же, сейчас нам расскажут, постоянно ли они ходят на эти все движухи. Сборы. Конечно, мы нам ходим. Очень нравятся встречи. Мы хотим поблагодарить нашего самого главного организатора Евгения Серафимовича. Реально. Я все слышу. Ему большое спасибо за организацию. Это реально все сложно.
организовать, сделать, заставить. Молодец. Встречи мне нравятся, они такие все, знаете, теплые, классные, крутые, заряжают эмоциями, позитивом. Клуб единомышленников, смотришь на каждого участника клуба, и ты понимаешь, что у него в голове, как и у тебя. То есть, что они все рыбаки. Рыбаки, все да. Рыбаки, именно не браконьеры там, а именно... Спортивная рыбалка, умеренная рыбалка, там, по нормам, там, 3 килограмма брать. Да. Как часто вы собираете? Я думаю, по сезону, весна, лето, осень, ну, раза 4 собираем. Собираемся вот этот, в эти три квартала, раза три собираемся, четыре даже. Раз в квартал точно собираемся. Да. Ну плюс-минус, да. Хотя бы маленькую одну компанию, але собираемся. Да, да, собираемся. Так, спасибо большое, что вы участвуете и принимаете непосредственно участие в жизни клуба «Шторм». Город Синельниково. Александр Виктор. И Виктор. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! И подписывайтесь на канал Александра Стрельченко. Сушечка специально порезанная. Параллелограммами. Да. Специально порезанная. Специально порезанная. Это уха, уха от шторма. Тут надо знать, как резать. Бросаем сюда. Осторожненько. Вот так. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть и будем мясо доставать. Мясо достаем, да, а потом... Мясо нам не надо, потому что это ухо. А потом, после мяса, мы ложим, а потом мы ложим рыбу, да. Рыбу, и все будет готово, да? Да, рыба, зелень, и поехали. Понятно. А прозрачность, Виталик Аполлонин? Бог. Прозрак, да? Должна прозрачная быть. Я думаю, будет вкусно. Так, теперь нам надо ухи выбрать вот этих ребят, петушков. Петушки уходят такой. Свой бульон, да, отдали. Больше нам от них ничего не надо. Хорошие петушки, можно закусывать такими петушками. Сейчас это и сделаем. А то мы от рыбацкого клуба сейчас будем ехать и всем бездомным собакам раздавать. Да, благодарочка да будет от собак. Вот это петушки. Бульон, конечно, наваристый, класс. Мы уже десяток. Так а навар какой классный. Молодец, можно делать. Не, ну это... Тут вариант, знаешь, с утра встал, ложку вставил. Ну да. А, так всего на 70. Да, вот уж, как говорят, ложку вставляешь и уха стоит. И, кстати, она полезная будет, да, для сосудов, там, суставов. Так нету вкусная, но и полезная будет. Так. Больше не клюет. Не клюет. И вот у нас. Подсекай. Так, вот этих ребят мы тоже, они уже свою отдали. Лук. Да. По лбу стоп. Так, морковка пускай плавит. Теперь рыба. Теперь забрасываем рыбу, да? Ну. А что за рыба у нас? Смотрим. Окунь. Толстолоб? Нет. Окунь. Что? Окунь. Это рыба. Окунь. Вся рыба окунь. Нет. Это прекрасно. Да. Нарушение правил. Нет, это ставрида. То Эдик ставриду взял с рыбацкого магазина, так что не надо там нарушение правил. А вы поставьте лайк за это видео, за то, что мы варим классную уху из окуня. А, окунь это номер один. Следующий. Щука. У нас разные виды рыб. Покажите мне. Щука пошла. Это просто прекрасно. Есть. Следующий. Голова непонятной рыбы. Покажите мне эту голову.
Вот ты что? А теперь карп. Усатый. Карп, усатый карп. Так, а там еще кулечки, еще рыба. А это тоже рыба? Не. Так это получается королевская уха. Он обратно кидает. Еще рыба? Конечно. Это только начало. Будет не ухо. Это только начало. Видите, с кашей будет. А, то есть щекипить его надо. У нас еще голова есть. Толстолоб. Толстолоб пошел. Так, мы это дело не будем. Да, дивиться, а дайте собака. ножик, пожалуйста. Здесь рыбы больше, чем в самке. Да ну, кстати, царская уха. Царская уха. Это я уже запаковывал. Это тоже самое. Чей нож? Мий. Наточить. Хорошо. Три нож? Да, мий. Что-то за рыба у нас? Тоже толстолоб, да? Толстолоб. Это просто прекрасно. У меня такое ощущение, что рыба не влезет. Просто бульона больше, чем рыба. Дениш, где ты не ждешь? Напоминаю, что у нас бульон из петушка. Первый раз такое вижу. Честно скажу, первый раз вижу уху из петушка и рыбы. Конечно же, мы ее попробуем. Рыбы, конечно, много. Замечательно. Рыбы. Це уха від рибальського клубу «Шторм». Так що, підписуйтесь на канал і поставте лайк. Ложечку котик взяв і там «Шторм» поставив. Всі рецептори. Просто, блин. Тихо. Бомба, граната, пушка. Все, варится риба. Накривай. Ну да, судачков вот таких, да, ловлят. Че, ну в этом году я уже 4 карася там поймал. Жек, скажи, я тебе тоже я в этом году поймал. Жек, целый день. Я пытался. А может еще мармур? Давай. Ну ты в пиздуха, я тебе сколько раз звонишь, поехали. Так ты звонишь, я еще в поездке на работу. Вот это у вас романтичные имена, блин. Мы пришли на рыбалку, разлажимся. Или я даже, наверное, еще не разлажусь и начинаю завтракать. Бурячок, морковь. Набираю сил энергии, разлажусь, ловлю, обед, чаечек покушали. Потом я кушаю свое. Сначала с напарника, потом я иду кушаю свое. Вечер, ужин и домой. Поймал, не поймал, отдохнул так. И самое главное, что ты не земной. С рыбой. Они меня забыли. Ладно, все, пока молодой, да, в карте рабочие. Мы закидываем томаты, да? Да. В уху закидываем томаты. И чеснок. Я думаю, помешать еще надо, да? Алло, да. Томаты дают кислинку. Такую, а чеснок надо. Пикантность дает. Самому бульону из петушков. Бульон из рыбы. Первый раз, честно говорю, пробую. Еще не пробую, но скоро мы попробуем. Я думаю, это будет вкусно. Смотрите, какой навар. Сколько рыбы. Петушки мы убрали отсюда. Остался бульон. И, конечно же, закидываем рыбу. Я да? Расскажу, уха такое специфическое блюдо, специфическое, не все рыбаки его едят из-за вкуса рыбы. Если мы делаем на курином бульоне, добавляем рыбу, оно получается, куриный бульон чуть-чуть перебивает сырость рыбы. Получается совсем другой вкус. Все рыбаки едят. Честно говоря, не знал. И те даже, которые не ели, они все равно ее едят. Закрываем. Самое главное, бросаем зеленушку. Это неотъемлемая часть каждой ухи. Укроп, да, и лук зеленый. Да. Укроп, цибулька. Все, перемешали. И снимаем. Снимаем, даем отдохнуть минут 15. И самое главное, секрет хорошей ухи. Убрать сырость, та, которая осталась от рыбы. Надо
ватюлечки добавить, да? Хорошо. Я так смотрю, хорошо добавляется ватюлечка. 20 литров тут надо, грамм 200. Не меньше. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это прекрасно. Это уже рыбацкий обычай. Окей, хорошо. Покажи мне результат. Итак, мы сварили уху. И давайте посмотрим, какой наваристый бульон. Сейчас Женя нам насыпет ухи. Очень наваристый бульон. Я вижу, уже густой. Чуть-чуть рыбки. Я думаю, достаточно. Запах просто класс. Зелени. А картошечки? Картошечки. Картошечки сюда. Опа. Я думаю, уже достаточно. Просто класс. В студию. И себе насыпаем. Это мне. Это ему. О, смотри, петушок один. Петушок попался один. Попал один. Наваристая уха. Я ж вроде всех убирал, блин. Ты просто. Просто замечательно. Только не говори, что без рыбы. Смотрите, как выглядит. Тяжело, конечно, держать горячее. Смотрите, вот мы видим куски рыбы, морковочка, картошечка и бульон на петушке. И, конечно же, подписывайтесь на канал Александра Стрельченко. Смотрите мои предыдущие ролики. А также это рыбацкий клуб «Шторм» города Синельниково. Приходите в этот клуб. Тут замечательные люди, которые устраивают соревнования, ловят рыбу и, конечно же, варят прекрасную уху. А уху мы сейчас, конечно же, попробуем. Царская уха. И давайте же попробуем 5 видов рыб, уху. А ну попробуй. 5 видов рыб и 10 видов петухов. Просто прекрасная уха. Очень необычный вкус, потому что... курица, смешанная с рыбой, но она перебивает сырость рыбы. Правильно говорил Женя, что сырость рыбы, сырость перебивает куриный бульон. Это, конечно, необычно, это, конечно же, вкусно и наваристо. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также смотрите мои предыдущие ролики. С вами был Александр Стрельченко и, конечно же, Евгений Серафимович. Да, Евгений Серафимович и рыбацкий клуб «Шторм». Ура! Всем пока, пока.